Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Анта и Эндер Ата. Привет, привет, говорит мой муж. Привет. Так, это видео будет очень всем интересно, потому что это касается именно блогеров. Мы заказали кое-какие приспособления для хорошей съемки, хорошего звука на сайте Хепси Бурада. И вот пришли наши долгожданные посылочки. И мы сейчас сделаем распаковку товара. Ашкемсен башла. Вот самое главное, вот посмотрите, мы даже открыли его, оно пришло вчера. Это петличка. Посмотрите, мои хорошие, петличка, она... Сейчас мы покажем вам. То есть в любом месте, вот посмотрите, микрофон. Прицепной микрофон, я уже не буду ходить с этими наушниками от телефона. Ну, совершенствуюсь каждый раз. Вот это я прицеплю там. И посмотрите, мне понравилось то, что здесь переключается на камеру. Можно, да? Камера, да? Опустить надо вот эту кнопочку. Вот так кнопочку опустить. Вот. И прицепляется можно на пояс. Поясок. Шнур очень длинный. Посмотрите. Сколько метров, я могу вообще стоять в одном конце комнаты и разговаривать, и, в общем, такое приспособление это. Это мы... Открыл он, вот открыл, спешит он. Да, это знаете, что вот сейчас посмотрим мы приспособление, вот сюда телефон. Телефон Эрдесени, телефон. Ну, мне кажется, это на штатив надо, да? Ашкем, штатива его, Нерды? Вот так вот поставить, но мы разберемся, это что и как. Вот такое приспособление, мне кажется. А это что? Ага, тамам. Теперь третье, ну открой, открой, будач. Третье. Посмотрим, что ты в третьей посылочке. А, еще я вот здесь вот хотела показать, здесь меняется для камеры вот все это. Эти наушники сюда вставляются, вот сюда. Третье – это штатив. Лучше не давалось. Ага. Все. Там есть, оказывается, для штатива. Представляете, мы взяли по отдельности, думали, не это, не будет внутри. А тут, оказывается, все внутри. Представляете, я буду снимать уже с штативом. Ва, как профессионал я буду. Профессионал Гиби. Бонуби. Мои видео будут более качественные. А я как приспосабливалась, это пипец. Селфи ставила в банку раньше с крупой, чтобы она не двигалась. А до этого у меня было с рулоном из-под полотенца бумажного. А ну, посмотрите, какая... Ашкем, стену рудакой. Юстери Джимми. Ну, посмотрите, вот. Эн юксек, юстери, кач, вар метро. Посмотрите, она увеличивается. Представляете, какой класс. Метр, по-моему, ее высота. Супер. То есть я могу ее брать везде с собой, представляете? Энуксек бум. В общем, за все это мы заплатим. Качи, пора вот этих без хэп учить. Вот такой штатив. Тут регулируется еще. Это что, буне? Буне апир. А, вот так можно поворачивать, представляете? О, какая прелесть.
Бунечин. Это для чего? Угу. В общем, вот сюда я вставляю потом и буду снимать так. Отличные. И еще я хочу заказать стабилизатор, я тоже видела, и много кое-чего интересного есть на этом сайте Хепсиборода. Я не рекламирую сайт, я ничего не имею с этого, я просто советую таким же простым блогерам, как я, заказывать там, потому что мы нигде не нашли, ни в Мерси, ни в магазинах, ни в Батуми, вот эту вот такую технику для блогеров. Так что у меня уже есть петличка. Есть еще вот, если понадобится дополнительно. Он копейки вообще со скидками 10 лир. В общем, такие вот дела, мои хорошие. Надеюсь, информация была полезной. Если понравился ролик, ставьте пальчики кверху. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Ата и Эндер Ата. Эндер Ата. Всем привет, мои хорошие, как вы меня слышите, видите, сейчас я поправлю. Так вот, посмотрите, у меня петличка на штативе, но я еще не отпустила, столько я могу вперед пройти, вы меня увидите. Ну так вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. Всем пока-пока, с вами была Светлана Ата.